Сообщение ДАЦ о запуске первого искусственного спутника Земли. Сейчас словом «спутник» не удивишь, а 4 октября 1957-го оно прогремело на весь мир. Через несколько недель первый спутник замолчал, разрядились химические аккумуляторы. Требовалось найти новый источник энергии, которым стала большая и щедрая на тепло звезда по имени Солнце. Тогда на московском предприятии «Квант» и разработали солнечную батарею для третьего советского спутника, который на орбите проработал почти 2 года. Уже более 50 лет фотоэлементы из кремния верой и правдой служат отечественной космонавтике. Для транспортного корабля «Прогресс» такое питание – идеальный вариант, относительно недорогой и безопасный. До МКС «Прогресс» летит 2 суток. После выведения на орбиту у грузовика раскрываются крылья солнечных батарей. По сути, обычная батарейка плюс-минус. На деле сборка такого прибора напоминает производство ковров ручной работы. Фотоэлементы буквально вплетают в сетчатое полотно. Сначала крепятся группы, между собой они спаиваются при помощи токоотводов. Эти токоотводы приходят на магистральный провод. Магистральный провод распаивается на плату. Плата собирает здесь уже все контакты, все генераторы. И эти генераторы уже выходят у нас на разъем, который разъем уже крепится, оснащается к кораблю. Фотоэлементы на основе арсенида галлия. Фактически идеально черное тело, которое не отражает, а поглощает свет. КПД по сравнению с батареями из кремния увеличивается более чем в 2 раза. Сейчас в производстве крылья для нового современного спутника связи «Экспресс». Современные требования — срок работы на орбите не менее 15 лет, технический ресурс на орбите — 17 лет. И как раз вот эти новые элементы обеспечат эти характеристики. То есть в течение 15 лет космический аппарат будет обеспечен электричеством. Арсенид галлиевые фотопреобразователи очень хрупкие. Рабочее место готовится индивидуально для каждой панели. Вначале на металлическую поверхность приклеивают специальный материал – изолон. Сверху ставят груз, чтобы поверхность была идеально ровной. Затем крепятся секции и каркас. После того, как панель полностью собрана, приклеены все секции, она снимается с этого стола, и далее уже идет монтаж. Есть на «Кванте» и свое искусственное светило – 600 ламп по 1 киловатту. Здесь батареи проходят своеобразное солнечное крещение. А для замера параметров каждого элемента в арсенале специалистов миниатюрные имитаторы света. Каждый день у нас не менее 500 фотоспышек солнца. Сотрудники «Кванта» говорят, сезонные депрессии от нехватки солнечного света им не страшны.